Доброе утро. Ой, доброе утро. Времени без 15:07. Сегодня 14 января. 13. Сегодня 13 среда. Третий рабочий день. И первым делом я иду на балкон смотреть, какая температура. Фокусируется, не фокусируется. У нас передают в Вологодской области. Вот, видите? Минус 32 градуса. Сделаю подсветку. Вот. Ой, какие окна грязные. Минус 32 градуса. И, по-моему, еще будет холоднее. Уже вон первые люди идут на работу. Ой. Сейчас пойду ставить чайник. Умываться. Конечно, вот эти праздничные дни. Избив режима, очень сказывается вот сейчас. То есть первые дни было вообще замечательно. Практически не ощущалось. Ой, язык заговаривается. Практически не ощущалось. А вот сейчас и поспать охота. У нас перекресток, конечно, очень оживленный, особенно когда работает школа. Ну, вы чего, девушка идет с капюшоном, но... И эта девушка идет с капюшоном, и вон там девушка идет с капюшоном. Все идут в капюшонах. И вон там идет мужчина тоже в капюшоне. Ну ладно, пойдемте. Все цветы вынесла с балкона. Я... Балкон поприкрою, хотя вот у меня на балконе не холодно, но все цветы, у меня же все цветы стоят на балконе, я вынесла. Вчера вечером. Думаю, вдруг холодно, балкон придется закрыть. И поэтому у меня вот здесь вот такой Новый год, такая оранжерея. Вот этот цветок вот стоял там, на балконе. Я даже не знала, что он вот такой вымахал. Он примерно, ну даже чуть-чуть побольше моей елочки. То есть можно было... Вместо елочки нажать вот такую пальму. Вот. То есть все цветы где-то стоят. В общем, доброе утро. Доброе утро. Ну что, в первое впечатление, не холодно. То ли 5 минут всего на улице с голыми руками. Ну вот покраснели чуть-чуть, но не холодно. Не критично. Машина завелась с автозапуском из дома. Все замечательно. Я пришла уже, в ней тепло. Ну как, относительно, конечно. Вот. Но видите, шапку сняла. Я почему-то в машине очень не люблю ездить в шапке. То есть вот я не помню, когда я ездила в ней. В шапке с голыми руками езжу. Поэтому вот села в машину, уже комфортно. Жду, пока... Что-то пустится, что-то поднимется. Вот. Сейчас покажу, сколько градусов. Фокусируется, не фокусируется. Минус 27 градусов. Ну что, стекло чистое. Часы чистое. Сидушку грею, руль не грею. Кстати, вот надо бы было руль еще включить. Ну ладно, не буду. В общем, все греется. Сейчас поеду. Это не 15 минут уже. Сейчас поеду, музыку включу. Все будет замечательно. Вечером сижу в машине. Уже 23 градуса. Утром было 27, уже 23.
потеплело на 4 градуса. Опять машина вся шумит, греется. А тут показано, что я не пристегнутая. А так она вон вся греется. Все греется. И сейчас греются мои сидушки. Можно отключить обе. Руль опять не грею, сейчас одену варежку. Не буду расходовать еще на руль тепло. Не стала делать 28, хватит мне. Музыка играет, но ее даже не слышно. Все. Времени 5:27. Не фокусируется. Телефон замерз, не фокусируется.